Скрепыша, сегодня мы будем открывать скрепышей. Нет, Ластика, сегодня мы будем открывать лойсов. Скрепышей. Лойсов. Сначала скрепышей. Я их привез давно, а мы их еще не распаковали. Нет, Ластик, сначала лойсов, потому что акция скоро закончится. А скрепыши уже давно закончились. Раз акция закончилась, значит их вообще открывать неинтересно. Интересно, потому что эта коллекция необычная. Видишь, они даже не в пакетиках, а в капсулах. Ладно, значит, будем открывать и скрепышей, и лойсов. Ура! А что это за акция такая, лойсы? Эта акция идет в Евроопте уже с 18 декабря. В коллекции лойсов 25 тканевых наклеек. Они что, как стикерсы? Да, Ластик, но наклейки здесь другие. Зато тоже есть светящиеся и блестящие. Давай уже открывать. Хорошо, но первым мы откроем пакетик с лойсами. И нам попался вот такой пряничный человечек с конфеткой. Зовут его Джинджер. Теперь откроем капсулу со скрепышами. Хорошо, сначала откроем вот эту с блестками. И здесь у нас вот такой скрепыш-смайлик. А его мордочка похожа на Пикачу. Точно. Теперь очередь Лойса. И здесь у нас вот такой пазл с котиком. Его зовут Кон. Просто Кон? Да, есть еще вторая наклейка пазл, которая называется Тя. А вместе получается Котя. Прикольно. Теперь откроем шарик со скрепышами. А здесь у нас уже целый Пикачу. Маша! Маша! Милки сбежал! Он не хочет больше высиживать моего робота. Ластик, я думаю, эту капсулу уже нужно просто открыть и посмотреть, какой биопод нам попадется. Ну тогда открывай. Сначала снимем пленку. Вот такая белая капсула. И здесь какой-то ярлычок. За него, наверное, нужно потянуть. Ух ты! Он что-то сказал! Давайте уже откроем капсулу и посмотрим, что там внутри. А внутри какие-то детали. А вот и деталь с глазками. Большая инструкция. Посмотрим, какой из них попался нам. Это, кажется, клюв. Значит, у нас будет какая-то птица. Точно, это тукан. Значит, нам нужна самая первая инструкция. Откроем пакетики с деталями. Теперь это все нужно как-то собрать. Мы его собрали. Остались только наклейки, которые нужно клеить то ли на робота, то ли на капсулу. Давай скорее посмотрим, что умеет наш тукан. У него есть всего одна кнопка на голове. При ее нажатии светятся и двигаются глаза, и открывается клюв. Еще у птички двигаются крылья и лапы. Все, Маша, отдавай мою птицу. Да пожалуйста. Цып-цып-цып-цып-цып. Пойдем, буду учить тебя командам. Иди, иди, а я пока открою пакетик с лойсами. Здесь нам попалась вот такая наклейка с капибарой. И зовут ее Капик. Я помню сейчас скрепыши. И здесь вот такой оранжевый заяц. А сейчас лойсы. И у нас первая повторка. Еще один пряничный человечек. А у меня нету повторок. Сейчас посмотрим. И
правда, пока не повторка. Вот такой розовый скрепыш с бантиком. Пакетик с лойсами. И здесь вот такая милая собачка Имба. Открываем шарик. Ластик, у тебя первая повторка. Еще один заяц. А у меня новая наклейка с милым котиком. Его зовут Няма. Вот, тут точно не повторка. Посмотрим. И еще один розовый скрепыш. Так нечестно. Тебе сейчас тоже повторка попадется. Сейчас проверим. А вот и нет. У меня новая наклейка. Снеговик-снежок с Даридой. Мы не открывали еще вот такую капсулу. И здесь у Ластика новый скрепыш. Вот такой зелененький. Наверное, это эльфик. Возможно. Откроем пакетик. И снова повторка. Теперь шарик. И еще повторка. Снова пакетик с лойсами. Да что же это такое? Это еще один Няма. Откроем капсулу. И это опять заяц. Маша, ты что, специально? Что принес, то и открываю. И еще лойсы. О нет, это уже четвертый кот. Ну что, Ластик, посмотрим, какая еще повторка тебе попадется? Нет. Да, я угадала. Это еще один заяц. И мы открываем лойсов. Ура, мне попался новый. Это осьминог Ося в новогодней шапочке. У меня тоже должно быть что-нибудь новое. Ага, новый оранжевый заяц. Почти угадала. Это еще один смайлик Пикачу. Посмотрим, повезет ли мне в этот раз. Это уже пятый Няма. Ух ты, как тебе везет. Сейчас посмотрим, как тебе везет. По-моему, точно так же. Это еще один Пикачу. У меня таких только два. А тебе сейчас шестой кот попадется. Ластик, не шути так. Остался один пакетик. И здесь у нас, ну конечно, еще один кот-бутерброд. Сегодня нам с Ластиком попалось очень много повторок. Как вы считаете, кому из нас больше повезло, Ластику или мне?